Надежда появилась у обманутых работников инжиниринговой компании «Главстрой» в Вилючинске. История сдвинулась с места. Инициативная группа встретилась с представителями прокуратуры и депутатом законодательного собрания. Напомним, что предприятие «Главстрой», располагающееся в городе Подводников, оставило своих сотрудников без зарплаты. С ноября деньги ждут почти 250 сотрудников, часть из которых приезжие из Воронежа, Дагестана, Приморского края и других регионов. Так как руководство компании находится в столице, все обращения были перенаправлены в московскую прокуратуру, однако безрезультатно. К сожалению, компания московская, руководство все находится в Москве, не понимаем вообще, банкрот ли компания, как она будет выплачивать, из чего платить сегодня деньги работникам. Вопросом надо очень сложно разбираться, надо разбираться будет, и вопрос сложный. Теперь вопрос стоит на контроле у камчатской прокуратуры и депутата Валерия Калашникова. Мы будем следить за развитием ситуации.